С приходом осени количество пациентов в клиниках растет не только из-за простуды и ОРВИ. Увеличиваются и обращения к ортопедам. Врачи связывают это со сбором урожая. У пожилых людей обостряются болезни суставов, напоминают о себе и старые травмы. Почему при первых симптомах стоит обследоваться у специалистов и сколько времени занимает диагностика, расскажем в сюжете далее. Жалобы у вас какие? У меня болит коленка, не сгибается. Болит и не сгибается коленка, да? 4 года назад девушке стало больно приседать, прыгать и делать растяжку. Ноги часто ныли на погоду и после долгой ходьбы. В больницу пациентка не обращалась, надеялась, пройдет само. Теперь, готовясь к беременности, решила проверить недуг, пришла в клинику за консультацией. Думала, на самом деле, что какая-нибудь чепуха, потому что как бы жить она мне не мешала, ходить не мешала, заниматься спортом особо не мешала. Ну, были, просто там не могла растяжки делать, полностью приседать. И оказалось, что что-то серьезное, нужна операция. Обследование показало редкое заболевание. Если оперативно не вмешаться, в дальнейшем Александра не сможет сгибать ногу. Чтобы начать лечение, в специализированной клинике девушке потребовалось всего 2 приема у врача. Бегать по больницам не пришлось. Сразу УЗИ на месте делают ноги, что не надо куда-то ехать, опять делать УЗИ, потом опять возвращаться с результатами. Он сразу посмотрел, обнаружил проблему. Операцию тоже делают прямо в клинике. Закрытым способом. Все происходит внутри сустава, под контролем миниатюрной камеры. В этот же день Александра сможет ходить без костылей. Во время этой операции можно сделать больше, чем во время открытой операции, потому что обзор во время этой операции лучше, и благодаря наличию современных новых инструментов мы можем помочь человеку лучше, чем при традиционной артротомии. Чаще к ортопедам обращаются женщины. Связки, суставы и сухожилия у них травмируются легче и чаще, а у мужчин в основном случаются серьезные повреждения. Осенью больше обращаются пожилые люди. Пройти полное обследование опорно-двигательного аппарата можно в клинике Медистар. Это все виды лечения переломов, заболеваний суставов, реабилитация после травм и современные импланты. Также в медицинском центре на Яковлева 1А принимают гинекологи, пластические и челюстно-лицевые хирурги и отоларингологи. Кроме того, недавно клиника получила лицензию на работу офтальмологов. Записаться к специалистам можно по телефону 244-86-11. Подробная информация на сайте medistar24.ru.